Заниматься спортом и быть активными нужно с юных лет. В этом уверены педагоги и участники коллектива «Энерджайзеры» 26-го детского сада города Владимира. Занятия чирспортом помогают ребятам развиваться физически, учат артистизму и воспитывают характер. Вы знаете, это совершенно новое направление, которое все больше и больше развивается в нашей стране и в нашей области. Это уже не первый раз мы принимаем участие. Нам очень нравится этот прекрасный чемпионат областной. Я благодарю Григория Викторовича Аникеева за такие прекрасные концерты, за такую чудесную работу, от которой вырастают крылья, и наши дети становятся более активными, веселыми, радостными. Областной турнир по чирлидингу на призы депутата Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева проводится уже в четвертый раз. Соревнования объединили более 1000 ребят со всей области. Количество участников и уровень их мастерства растет год от года. В этот раз приехали 24 команды из Радужного, Кольчугинского, Ковровского, Муромского, Суздальского районов. Подготовить яркое выступление непросто. Члены судейской коллегии учитывают любые мелочи. Физическая подготовка, растяжка, гибкость, акробатика, немаловажен синхрон, ритмичность, одинаковость, да, как детки делают. Также является одним из критериев – это внешний вид. Сама постановка немаловажна. Команды выступают в нескольких возрастных группах и точно знают, что нужно для победы. Очень люблю танцевать, поэтому люблю этим заниматься, двигаться. Целеустремленность, сплоченность команды обязательно. И, конечно же, хорошо отработанный номер. В категории до 7 лет гран-при завоевала команда «Новое поколение» из Владимирского детского сада номер 52. Среди юниоров сильнейшими оказались муромляне и владимирцы, а среди взрослых лучшими стали представители Коврова. Екатерина Копылкова, Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.